Ну что, друзья, сегодня мы работаем над стилем Татьяны Владимировны. Давно собирались, наконец-таки нашли подходящее время. Йоси, у меня вопрос. А да. Почему все-таки зубной щеткой-то краситесь? Знаете, когда под рукой нет подходящего, так сказать, инструмента, нужно пользоваться... Это лайфхак, да? Подручными средствами, да, лайфхак. А, все. Короче, ребят, лайфхак для... Если хотите покрасить волосы, и у вас нет щетки, берете зубную щетку. Да. Да, но не путайте вот эту вещь с зубами. Это наносится только на корни. Чтобы ваши корни были светлыми, тем самым вы вернете бодрый, яркий... Лех, ты тоже в очереди стоишь, чтобы зубной щеткой покраситься? Он же аферист, вы что, так не судите людей по себе, аферисты, они ушли от... Ты кому, вы кому волосы доверили, вы сам все испортите. Сейчас надо Майю позвать срочно, чтобы исправить ситуацию. Нет, в общем...